В городском конкурсе «Лучший двор» приняли участие 62 двора. Изначально призовой фонд состоял из 25 игровых площадок, но потом главой региона было принято решение, что ни один участник не должен остаться без награды. Очень много у нас детей со всех дворов сюда идут играться. Поэтому хочется, чтобы такой аккуратный городок был, чтобы дети играться с внуками. Средства на приобретение дополнительных площадок были выделены как из областного, так и из муниципального бюджетов. Аукцион на приобретение уже объявлен. Конкурс состоится 14 ноября. Вот. Срок закупки по аукционной документации до 1 марта. Ну и в зиму, естественно, там даже 1 марта, наверное, смысла устанавливать нет. Поэтому мы всем вам, кому пока не установили, эти площадки будем устанавливать весной. Глава администрации также заверил, что ни один двор не останется без обещанного игрового комплекса. Новенькие площадки появятся в лучших дворах к началу лета следующего года. Татьяна Елисеева, Константин Белов, Виталий Немов. Наше время.